Мелкие монеты часто не используют для оплаты, и они пылятся в карманах. Обмен же позволит вернуть деньги в оборот. Банк «Восточный» приглашает вас обменять более мелкие монеты на крупные. Монеты должны быть платежеспособными. Это значит, что они должны быть без царапин, без вмятин, целыми, действующими со всеми необходимыми знаками. Допускаются мелкие царапины и вмятины. Там же, в отделениях банка «Восточный», можно обменять обычные купюры на памятные 25-рублевые, приуроченные к туру Кубка мира ФИФА. Совершить обмен возможно с 15 по 17 октября в офисах банка по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 161.